Здравствуйте. В общем, пошел я на почту. Предыстория. Что-то небо темнеет, темнеет. Сейчас или дождь, или снег пойдет. Весна, 6 марта. На улице снег, а вон что. Офигеть, короче. В одном из роликов я там со своей клюкой что-то там. Так, неаккуратно. Ну и, короче, все заметили, что у меня болит рука. И раздули эту тему, начали спрашивать, что да как. Не все, а некоторые, скажем, что уж я тоже пуху-то накидываю. Ну и один из подписчиков, а это Людмила Борисовна, наша дорогая, уважаемая. Что, говорит, с рукой-то, что? Ну мы так с ней попереписывались. Вот что с локтем сделал, мучусь уже. Блин, ветер. Месяца два уж, третий. Она говорит, все, я тебе вышлю. Короче, мазь волшебную какую-то свою, собственного производства. Короче, кто нас поддерживает, спасибо. Посылки, кто нам присылает, тоже огромное спасибо. И этот, еще один подписчик, сейчас отписался, сказал, тоже выслал посылку. Скоро пойдем еще одну посылку получать. Тоже обзор снимем, покажем. Что, может, кому интересно, что посмотрите, не знаю. Что там выставили. Поглядим. Сейчас эту распаковку посмотрим. Ну и, в общем, кто посылки хочет отправлять, это, может, что желающие есть, пишут, ребята. Пишите мне на почту. Почта моя. Можете там узнать или в комментариях, или под видео я пишу. На Google там где. Или ВКонтакте пишите. Я что-то как курюк шел-шел, базарил. Пешеходный переход прошел, блин. И через 20-30 метров, да, переходите. Тут такой оживленный перекресток. Тем более смена закончилась. Все с работы идут, машин столько. Еле как перешел, чуть ноги не отдавили. Я любимый, красивый себя снимаю. А что, хорошо, потом на пенсию выйду. Буду смотреть на, потом же все платно будет телевидение. Ага, я собственный ролики. Вот мне извещение пришло, у меня опять очередная посылочка. Но вопрос в том, что там имя, это чуть не мое указано. Там Михаил, но я тоже посмотрела. Но, да. Что, как быть, что, имя мне паспорт переписывать? Я тоже посмотрела, Захара, почему Михаил? Я сам в шоке. Если Максим. У нас, думаю, Михаила-то даже нету. Вроде нету. И что делать? Я не знаю, что мы будем делать. Все, Лёлик, все пропало. Короче, пишите, когда ребята, пишите правильное имя. Максим меня зовут. А так-то друг-то такой, мы с ним давно уже общаемся, он меня знает. Да? В гостях был 120 раз. Вам же, кстати, не только посылочка. Все, опять там. Там, по-моему, еще письмо есть. Письмо? Давайте письмо, что? Письмо. Сейчас написали, еще скоро посылочка опять как-то придет. Там Дорминдоном меня, наверное, назовут. Уже не Максимом, да, как-нибудь. Еще печаль. Так, номер телефона не зовут? А, 952. Сейчас смс-очка придет. Хорошо. А вы завтра-то работаете? Да. А я сейчас побежал. Думаю, завтра еще может сходить или что, думаю, а вдруг завтра не работаете. О. 3 9 71. Все, что ли? Все. А что, у вас пакетиков-то нету никаких? Точно, к сожалению. Так, жить-то дальше. Все, ну ладно, с наступающим у вас праздником, с 8 марта там. Счастья, удачи там, всего самого наилучшего, семейного благополучия, там, любви, денег, что еще-то надо. В наше-то время-то. Да больше ничего не надо. Ну, здоровья, это денег. Ну, все тогда ладно, почапала. После праздника опять она придет. Да, так, письмо, посылка. О. Ну, до свидания. Ой, еще одна девушка красивая пришла. Здравствуйте. Я с налоговой просто я снимаю всех. Отчетность, да. С налоговой снимаю всех отчетность, да что, чтобы все культурно было потом. Да нет, не налоговая. Ну все, ладно, до свидания. Всего доброго.
Да, я хвалил только что, я даже поздравил вас. Опа. Ну вот так вот. Пострелялись, короче, получили посылочку. Че, почапали, короче. Ну вот, смотрите, на крышах сосулек почти нет. Тут сосулек, там маленько, тут чуть-чуть. Чуть-чуть тут вот видно, на той крыше. А на этой смотрим, да? Видим, что происходит. И как-то тут мы общались недавно. Вот как сосульки, да что, откуда происходит? Первая причина — это плохое утепление подкровельного пространства. Ну, то есть потолка вашего. Все тепло выходит, крыша нагревается, начинает топить, и вот происходит вот такая проблема. А не из-за того, что некоторые думают, что там снега много, надо снег вовремя быстрее чистить. Нет. Из-за снега, конечно, в период межсезонья образуются сосульки, но не глобальные, вот не такие. Когда видите, вот такие сосульки здоровые, это причина плохого утепления. То есть тепло выходит из помещения, нагревает крышу, крыша начинает топить снег, оно бежит и набегает. То есть надо рыть в утеплении. Такого не должно быть. Красивая аллея, часть города видно отсюда, бугорочек такой. Сейчас посмотрим, батя дома, если к батя зайдем, чаю попить. Снега офигеть в этом году, офигеть, март месяц, ну вот и все, дошли, что. Так, короче, все, мы до дома, я добрался, вообще делаем распаковку, Самура Харакири. Даем, короче, посылку. Это убираем. Где вверх, где вниз. А, вот. Там, не знаю, надеюсь, там не будет. Так, я понял. Короче, я уже это понял, что такое. Сейчас я все объясню. Тасральная бумага. Один экземплярчик. Тасральная бумага, второй экземплярчик. Для меня и для моей жены, наверное. Че? Так. Киндер. Это кому? Так, это машина. Машина директору. Киндер. Это что такое? Мне. Тоже тебе? А ты как узнал, что это тебе? Подожди, подожди. Стой. Подожди. Как ты узнал, что это тебе? Мне. Как ты узнал? Написано, что ли? Да. Там ты прочитал, что ли? Да, говорит, давай, доставай дальше. А это тоже мне. А это папе, будем вместе играть. А это вот мазь, которую мне обещали прислать. Буду руки мазать. И это, короче, ну, буду выздоравливать. Все, ладно, директор побежал. Спасибо, скажи, спасибо вам, камера. Спасибо. Спасибо. Все, он все себе складывает, короче. Давай. Самый авторитетный, многим уважаемый, горло обжигающий напиток. Самогон, Казань. Вот такой этот. Как он? Магнит. Посылка пришла от Людмилы Борисовны. Ссылка на канал будет под видео в описании. Также Виталя на обозе. Ну, так получилось, они живут вместе просто. Канала 2 живут вместе. Короче, так бывает. Дети есть, говорит, живем врозь. А тут наоборот. Два канала живут вместе. И как-то я Виталий отправлял, короче, посылку так спонтанно. И, ну, всяких приколов наложил тоже. Бумаги туалетные, да что? Ну и вот он, короче, я прикол понял. Это такой этот у нас типа челлендж. Передай засранную бумагу. Ой, сраную, не засранную. Сраную бумагу передай. Вот он передал. А вот этот вот, получается, мазута, вот, которую Людмила Борисовна обещала мне. Вот она послала, буду локоть мазать, буду лечиться. Так что спасибо за посылку. Теперь что? Ссылка будет на канал Людмилы Борисовны под видео обязательно. Проходите. Просьба пройти, поддержать, там, подписаться на канал, лайки поставить. На Виталию тоже ссылочку оставлю под видосом. Кто еще не знает, на обозе канал. Проходите. Там про машину у нее тематика, там коп, рыбалка, ну, очень много всего. И по поводу посылок, что мне кто писал, я еще раз повторюсь, говорил, почту свою ставлю, Google почту или ВКонтакте мне пишите, потому что спрашивают, куда посылки присылать мне, есть люди желающие там что-то там отправить, чем-то меня удивить, ну, короче,
социальную помощь мне оказать, короче. Гуманитарную. Гуманитарную помощь, короче, которую желают мне оказать. Вот пишите мне на почту, я буду адрес говорить. Потому что спрашивают иногда прямо под видео, адрес там куда. Естественно, я под видео нигде в комментариях свой адрес указывать не буду. Все, ребята, большое вам огромное спасибо от души. Виталий опять с Людмилой меня удивили. Это уже не первая, кстати, посылка от них. Огромное спасибо. Ну, буду лечиться, короче, буду свою крюку лечить. Все, ладно, всем пока. Ставьте лайкусики, пишите комментарии. И обязательно загляните на каналы на эти, на Людмилу Борисовну и на Виталия. Пойдете на их канал, если, ребята, не трудно, пишите, что мы от Захара пришли, от Захара. Ну, прикольно так. Иногда читай, смотришь, и уже видишь, кто из наших банды. Все, всем пока.